Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил поздравительное письмо новому министру обороны Турции генералу армии Яшару Гюлеру. В письме говорится: «Уважаемый господин Яшар Гюлер, от своего имени и от имени личного состава азербайджанской армии сердечно поздравляю вас с назначением на пост министра национальной обороны Братской Турецкой Республики. Будучи начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики, вы всегда оказывали содействие совершенствованию и повышению боеспособности азербайджанской армии. Уверен, что во время вашего пребывания на посту министра национальной обороны Турецкой Республики наша совместная деятельность продолжится на высшем уровне. Вы внесете большой вклад в дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции». Ранее министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил благодарственное письмо экс-министру обороны Братской Турции Хулуси Акару. В письме Закир Гасанов от своего имени и от имени личного состава азербайджанской армии выразил Хулуси Акару признательность за совместную деятельность во время пребывания последнего на посту министра национальной обороны Турции.